нашей Родины. Добро пожаловать на наше новое шоу «Пляжный сезон». Друзья, сейчас я бы хотел, чтобы вы погрузились в такую, знаете, предотпускную атмосферу. Отдых у вас и отпуск впереди. Целый год вы скучали по южным городам, по их жителям. Кстати, как вы думаете, а там местные на юге зимой по нам скучают? Нет! Да наверняка скучают. И вот наступает момент, когда, наконец, приезжие, отдыхающие и местные встречаются. Приехали. Перезимовали тут. Не замерзли там? Не обеднели тут? Денег-то хватит в этот раз. А наглости-то у вас как в тот раз? Да что мы с ними цаскаемся? Селить их надо. Все, ребята, валим. Чувствую, сдадут они нам. Стойте. Пошутили, хватит, все. Давайте реально. Кому квартира нужна? Так, нам. Сколько стоит? Договоримся. Конкретней. Дешевле не найдешь. Еще конкретней. Скидку сделаю. Ты конкретную цену можешь сказать? Эх ты, я думал, ты серьезный. Ребята, а есть реально жилье, интересует кого-то? Нам. Да, короче, мы 3 дня в поезде ехали, очень устали, очень хотим выспаться. Нужна квартирка. Есть такая. Хорошая квартира. Мама. До моря сколько? Недалеко. Сколько недалеко? А сколько тебе надо? Ну вот надо, чтобы вышел, встал и сразу море. Брат, повезло тебе. Прямо такая квартира. Вышел, встал в маршрутку, постоял 30 минут и сразу в море. Ой, после зимы-то как побелели, протрезвели, похудели. Ну что, ребятушки, налетаем, покупаем плавочки, тапочки, шортики, зонтики, мячики, трусики. Ни одного попадания пока, да? Хорошо, маечки, носочки, купальнички, очечки. Не сдаемся. Это я себе. Масочки, трубочки, ласты. Вам вообще ничего не надо, что ли? Да мы все с собой из дома привезли. Капец, еще один такой неудачный день, уйду в Чурчхеллеры. Ладно, домашнее вино кого-нибудь интересует? Меня интересует очень, да, меня, давай. Слушай, хорошее вино, как мед, для себя делал. А что, сам не выпил? А мне доктор запретил. Вот сколько домашнее вино покупаю на юге, они всегда для себя делают. Для меня можете хоть раз сделать? Для меня конкретно, как для клиента, можете сделать хоть раз? Я почему ваши ополоски-то должен пить? Они для себя значит, делают, и мне надо... Для меня можете сделать или нет? Хотя бы раз! Для меня можете? Нет! Дорогой, тебе похмелиться надо, ты так и скажи. Братан, для тебя тапки есть белые, вот такие. Карпятники, форелевые хозяйства не очень дорого. Яркие эмоции, незабываемые впечатления, красочные фотографии. Рыба, пойманная вами, будет зажарена прямо при вас. Спасибо за внимание. Мы поедем. Что? Первый раз срослось? Да ты хороший мой, да ты мать мой. Экскурсии по Абхазии, озеро Рица, дача Сталина. О, Зая, поехали на дачу Сталина. Да ну, что там делать? А можно там переночевать? Ну, вряд ли. Зая, хочу романтический ужин на кровати диктатора. А что, совсем ку-ку? Зая, хочу в кровать кровопийцы. Успокойся, слушай. Есть кровать кровопийцы, дома у меня жена в ней спит. Могу договориться, 5000 в сутки, недорого. Ты чё? Чё? Недорого. В Турции дешевле, ты чё? Брат, в Турции почему дешевле? Потому что там никто вас не любит.
А здесь все вас любят. Даже если немножечко обманут, расстроятся, пожалеют вас, будут переживать, будут ночи не спать. Я сам уже лет 5 не сплю. А, вот вы где. А я, представляете, летел Росавиалиниями, багаж потеряли. Не подскажете, где здесь можно купить шорты, майку, сланцы? Дождалась! Росавиалинии, летайте вечно! Ну что? Что? Что тебе нужно? Ну что, шорты, майку, сланцы. И все? Все. Подожди, а как тогда все поймут, что перед ними стиляга? Как? Кепка капитана. О-о-о. И все девочки сразу поймут, перед ними самец. Ну, я не знаю. Мы возьмем. Зайенька, смотри, как тебе красиво с носочками. Тебе видней. Стиляга. Ладно, что, будете оставаться отдыхать? Да, останемся, останемся. Да. Часа на два останемся. Дорогой, 2 часа это разве отдых? Конечно, конечно отдых. Если это 2 часа шоу «Уральские пельмени», друзья! Зачем тебе на отдыхе плавки? Плавать? Ты что, голенький не поплаваешь? Из-за картавого диктора пассажиры улетели вместо Хургады в Караганду. Так, ну ладно. А если вот так вот переложить? Мужчина, все равно перевес. Дима, я же тебе говорю, если ты из одной сумки в другую переложишь, общий вес от этого не изменится. Это мы математик хренов. Давай заплатим за перевес. Ага. Я из принципа за перевес платить не буду. Я в последний раз за перевес платил, когда тебя в фитнес-клуб устраивал. Как был перевес, так и остался. Давайте я в сумку положим. Не надо мне ничего перекладывать. Это изначально клатч был. Мужчина, если не хотите доплачивать, тогда выкладывайте. У вас 2 килограмма 540 грамм лишние. Че, решил доплатить за перевес? Ага, сказал же, платить не буду. Значит, не буду. Два килограмма 500 грамм лишние. Че, давай что-то выкладывать, реально. Вот это что за коробка с инструментами? Это мой маникюрный набор. Маникюрный набор – это ногти и ножницы. Давай выложим. Если ты выложишь мой маникюрный набор, мне нечем будет подравнивать ногти. Они вырастут длинными, неровными. И в один прекрасный момент я совершенно случайно могу перерезать тебе горло. Это самая необходимая вещь. Что ты мне сразу не сказала? Надо было сразу брать. Ты взяла ракушку? Это память из Анапы. Ты на море взяла ракушку. Я что за нее? Зря 3 суток отсидела, когда из музея украла. Если ты выложишь ракушку... Все, оставляем. Слушай, мы на отдых едем, а что ты такая злая? Дима, я работаю в детском садике. Я постоянно нахожусь с детишками. Я же должна где-то разряжаться. Давай я посмотрю. Это что, плавки? Зачем тебе на отдыхе плавки? Плавать? Ты что, голенький не поплаваешь? Кого стесняться-то, турков, что ли? Так они ничего не весят. Давай мы их взвесим. Ты что, весы с собой взяла? Ну, конечно, а вдруг я потолстею? В смысле вдруг? Конечно, потолстеешь. Мы в All-Inclusive летим. Они ничего не весят, вон, 0 показывают. Потому что на них ничего не лежит.
конечно. Вот. Вторые весы взяла? Конечно. Если надо взвесить эти весы, то вот эти. Если надо взвесить эти весы, то вот эти. Кому на отдыхе, на море, понадобится взвешивать весы другими весами? А мы с тобой сейчас чем занимаемся, на минуточку? Давай, так, это что такое? Ты чё? Тиски взяла, ты тиски взяла? Стамески? Ты сам сказал взять носки. Я и взяла все, что заканчивается на ски. Тески, стамески, краски, носки. Чё не так-то? Лучше б ты мозги взяла. Я чё, дура, что ли? Мозги заканчиваются на сги, а не носки. Чё не так-то? Надо было взять то, что начинается на ски, что ли? Я взяла. Вот ски-лет. Давай, короче, что-то классно, да и все. Что надо думать-то? Фигню какую-то. Так, 500 грамм еще у вас лишние. Я могу, конечно, убрать 500 грамм, но боюсь, тебе это не понравится. Мне не нравится тут стоять, выкладывай. Пожалуйста. Дима! 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 Дима, это мой лосьон для ног! Хороший! Надо его деду положить в сумку. Кстати, где дед? Я здесь! Сейчас! Бегу! Дед, давай быстрее! Ага! Ты где был? Я через металлоискатель долго пройти не мог. Яблок перед вылетом наелся. Железа много в организме. У меня же скелет из металла. Ты что, Людей Икс пересмотрел опять? Я росомаха! Ага. Если у тебя бакенбарды, и ты ногти не стрижешь, это не значит, что ты росомаха. Я бессмертный! Это почему это? Ты видел мою пенсию, а? Смертный мог бы на нее прожить, а? Дожить вообще мог бы смертный, а? Дед, у нас перевес, нам надо что-то в твою сумку переложить. Сколько она весит? 13 килограмм 627 грамм. У меня глаз алмаз и скелет из металла. Рассказывал тебе? Так, дедушка, давайте ставьте на ленту свой чемодан уже. Сейчас, это сумка, не чемодан. Ну? Так, 25 килограмм перевес. Либо доплачивайте, либо выкладывайте. Ага, понял. Пожалуйста, вот вам... Значит, вот. Дедушка, вы много доплачиваете, это очень много. Да я не доплачиваю, я выкладываю. Дед, откуда у тебя столько бабла? Так что, пенсионные накопления забрал? Так их же нельзя забрать. Если ты росомаха с дробовиком, то можно. Поехали быстрее на море. Мне на дно залечь надо. Собирайся. Чего я вчера учудил, а? Ну, чё вы молчите? Чё опять крестным ходом на шведский стол вышел? Да? Опять на ужин в одном крестике? На время чемпионата мира по футболу Черное море переименовали в Афроамериканское. Девочки мои любименькие, и Сюшечка, Юлечка, доченечка моя, это вам, вот я сорвал тут вместе с клумбой.
вы меня это... Что, позавтракали уже, да? Пообедали, что ли? Что-то морда горит. Я что, на пляже уснул, что ли? А? У меня такое ощущение, что меня мордой по ковролину через весь отель тащили. Ну что вы молчите, что я вчера набарагозил, да? Вы не подумайте, я специально в коридоре, не раздеваясь, лег. Ну, чтоб вас не будить. А? Ну что вы молчите? Ну говорите и... Ну не держите в себе, я же вчера не держал в себе. А? Телефон где-то, наверное, в бассейне стоял. Чё я вчера учудил, а? Ну, чё вы молчите? Чё опять крестным ходом на шведский стол вышел? Да? Опять на ужин в одном крестике? Да? Ну, чё вы, мол? Чё вы так... Смотрите так подозрительно. Что, у тебя йогурт? Немножко я помажу. Чтобы... Ой, как полегче стало. Прям полегче. Спасибо, доченька. Ну что, ну называйте меня, Ксюша, ну называй меня, как я тебя вчера называл. Вот. Ну, собака сутулая, что я? Ну, что вы так прямо напряглись-то? Ну, давайте я вам мороженки куплю. Что? Хотите мороженку? Я вам, какую вам надо? Давайте молочное, может быть, это шоколадное, может, банановое? Может быть, в вафельном стаканчике, может, в рожке у меня заканчиваются варианты. Давайте я вам сейчас принесу в разных мороженок, ладно? Только вы не уходите. Сейчас я быстренько. Доченька, давай не сейчас, пожалуйста, давай завтра. Мама, голова болит. Я думала, пенная вечеринка, это мы мыться будем. Ага. Ты помылась, маленечко? Я постиралась. Этот танец такой был, тектоник. Тектоник. У тебя после каждого джентоника тектоник. Голова раскалывается. Еще папа пришел и стоит бу-бу-бу, бу-бу-бу. Ты бы ему сказала, он бы тебя послушал, может, заткнулся бы. Я боялась рот открыть. От нас такое амбре за километр. Да-да-да. Так а что, может, мы ему расскажем, что он с нами-то вчера тусил? Ты что, мама, хочешь нашего папу унизить? Он в 2 часа ночи вырубился, а мы с тобой не ложились. Ты еще знаешь, ему расскажи, как мы его через всю гостиницу по ковролину лицом полокли. Еще коленкой об косяк долбанули. Ну, слушай, может, хотя бы расскажем, что он в бассейне пожилую немку спас? Которую я топила? Ну, спас же все-таки, ну, в конце концов. Да. Девочки мои любименькие, вот вам мороженочки я принес, морожки. Ну, простите меня, ну, вроде бы, ну, простите, ну, хотите, я перед вами на колени встану, хотите, ой, на колено болит. Андрюш, наверное, нам надо сказать. Ой, заговорили. Да вы мои маковки, да вы мои хорошие. Андрюш, дело в том, что ты вчера пожилую немку... Да. Топил в бассейне. Я? За что? Она сказала, что ты страшный и не накрашенный.
Господи, как стыдно-то! Я все исправлю. Я все исправлю. Я вам вот билеты купил. Смотрите, что вот. Что за билеты? Куда? Вот что это три билета на вам и на немку. На немку тоже я полечу. Куда полете? Куда? Это на парашюте за катером 3 часа. Папа! Давайте, девочки, с немкой втроем. Я сдохну, Андрей. Давайте, девочки, ну. Так, Сережа, да. У нас рейс на Уренгой задержали, угу. Поэтому неси пиво, хорошо? Ага. Сколько пива нести? Ты слышишь меня вообще, что я говорю? Уренгой задержали, все пиво, которое есть, все неси. Мой ребенок пошел в первый класс, в первом классе есть чат у нас. Я в родительский чат попал, через час он меня достал. В аэропорту такая дорогая еда для того, чтобы люди не ели, и самолет был легче. Так, официант, да. Быстро еду мне. Да. Я опаздываю на самолет, да, давайте пожрать, быстро. Сейчас все сделаем, я узнаю на кухне, что куда есть. Куда ты что? Узнаешь, пока ходишь, самолет улетит да, уже. Что? Давай так говори, что у тебя там есть? Так, салат можно быстро. Салат долго, да. Ты что, пока там нарежут, пока заправят соль там, это все долго. Что, быстрее, давай. Яичница. Отлично, яичница. Да, все, пошел за яичницей. Подожди, стой. Что? А если еще там помидоры, сыр, вот это, да? Это как его еще, вот это такая, ну такая вот это мясо, сало, такое вот это. Бекон? Бекон, да. Вот этого ничего не надо, это долго, просто 2 яйца. Все, два яйца. Все, пошел, заказал два яйца. Стой, подожди. Стоп. Это сам, какие яйца? Ну, обычные яйца. Какие обычные? Обычный высший сорт. Ну хорошо, а какие да. Белые, коричневые там? Че, важно, что ли? Ну конечно, мне их есть вообще-то, что там. Ну, допустим, коричневые. Что, допустим, значит? Что за допустим? Что за хамство такое? Сейчас пойду узнаю. Да подожди ты, пока ты пойдешь, там, господи, самолет улетит уже. Ладно, давай, какие есть яйца, давай. Все быстрее. Можно передать на кухню, да? Куда значит? Ты передать? Что я тебе говорю, пока дойдешь. Звони прямо отсюда сюда. Звони шеф-повару своему по телефону. Дозвонишь, у вас тут вечно связи нет. У вас. Что у вас тут со связью? Смотри, у меня тут две. Вот сейчас. Что сейчас? Вот сейчас салат был бы готов. Надо дерзить мне тут вообще. Да, это самое, давай, это знаешь что? Это да. Самое, я сейчас меню просто обведу. Да. Вот, значит, я яичницу обведу, да. Ты прямо отсюда кинешь да. На кухню и все, яичницу. Давай, докинешь, давай. Нет. В смысле, не докинешь, что ли? Не обведете. У меня ручки с собой нет. А ходить за ручкой это так долго вообще. Ты быстро учишься, я смотрю вообще. Так. Чужи. А может быть, знаешь? Да подожди ты, я думаю, как тебя побыстрее туда послать, это самое. Голуби есть у вас? Почтовые? Нет. Жалко, я бы съел парочку вообще голодный. Так, ладно. Слушай. А, вот, давай, сейчас надеваешь ролики. Так. Я тебя отсюда толкаю, ага. Ты залетаешь туда, говоришь, яичница! Ага. И катается хромишь. Не очень. Неплохо, не да? Ага. Плохо, все, да. Значит, ты там в стеллаж врезаешься, ага. Тебя пока выковыривают, он тебе как раз делает яичницу, на обратном пути ты сюда приезжаешь. Да. Отличный план, да? Да. Все, план отличный. Одевай ролики, давай. Но у меня роликов нет. А, нет роликов у тебя, да? Нет роликов, да? Так, где мой вот чемодан? Как? Да, где тебе чемодан? Роликов у него нет вообще. Нет у него роликов. А что у тебя есть вообще? Капец, как так? Роликов у него нет. Санитарная книжка у него, понимаешь? Есть роликов? Нет у него. Официант в ресторане работает. Да. Так, ладно, что же делать-то сейчас? Значит так, давай, замотивируем тебя. Замотивируем. Так, смотри, я даю тебе 1000 рублей. Если через 30 секунд здесь есть что-нибудь съедобное, все, 1000 твоя. Время пошло. Давай. Это что такое? Соль, перец, горчица. Все съедобное. Заканчивается посадка на рейс 2513 вылетающего в Рим. Черт ты, господи. Воду принести. Воду, говорю, принести. Да не надо, долго будешь ходить. Слезами запью сейчас. Подожди. Нет, так-то вкусно, мне нравится. Я просто... Пока ешь, калорий больше тратишь, чем когда. Пока пилит это мной. Так, Сережа, что ты делаешь здесь? Ксения Андреевна, яйца выбираю. Чего так долго? Долго, вообще говорю, долго, очень долго все вообще. Так, Сережа, да. У нас рейс на Уренгой задержали, угу. Поэтому неси пиво, хорошо? Ага. Сколько пива нести?
Ты слышишь меня вообще, что я говорю? Уренгой задержали все пиво, которое есть, все неси. Так, молодой человек, если что-то по кухне, сейчас заказывайте. У нас кухня закрывается через 5 минут. Сейчас будет работать только бар и туалет, хорошо? Быстро, быстро, ребятушки, пожалуйста. Уважаемые пассажиры, авиакомпания приносит свои извинения за задержку рейса 2513 до Рима. Да. Ну вот, а вы переживали. Все, сейчас спокойно успеете покушать. Да как это мой рейс задерживается? Я пилот, поэтому задерживается. Заказывать будете что-то? Ролики закажи себе. Сколько колесиков? 2-3? 2 бери колесика. Все, я быстро. Антон, я здесь, на этом. Все, пока. Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, кто сидит в школьных чатах? Есть такие люди? Ну, немного, да? Ну, я тоже, у меня дети в школе. Значит, песня как раз на эту тему. Мой ребенок пошел в первый класс. В первом классе есть чат у нас. Я в родительский чат попал. Через час он меня достал. Я как только туда захожу, полный чат фигни нахожу. Постоянно приходит туда эта школьная ерунда. Ла-ла, 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 ла-ла.
слово. Нынче новые приколы, в каждом классе есть свой чат, там родители торчат. Это школа, нынче новые приколы. Чем тупее там народ, тем активней чат живет. Ла-ла, 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 ла-ла. Спасибо. Нет. А вот мне тоже интересно, Юлька, беременных нет? Сватья, вы что со сватом на мат-капитал не идете? Мам, ты да, нет, что? Ты что мелешь, малохольный? Да это не я ж, вот человек интересуется. А то, знаешь, как это, приземлимся и еще за одного человека доплачивать. Мало кто замечал, но на карусели в парке все лошадки – девочки. Андрюша, может, не поедем? Ну как не поедем? Ты что, ну, это подарок дяде Мише, он обидится вообще. Ты чего, как не поедем? Это какая-то плебейская забава, абсолютно неподходящая под наше торжество. Да не, ну зато... К тому же, это весьма рискованная затея. Это же перегрузки. Сейчас в каждом из наших гостей по два салата и горячее. А сейчас это все что? На ветер? Да не, ну что, ну прикольно, движуха-то как, че? Андре, я попрошу тебя не выражаться. Нет, ну я имею в виду, мы же хотели свадьбу, чтобы не как у всех, чтобы оригинальная. Вот. А дядя Миша нам такой подарок сделал, все будет, считай, круто. Подарок дядя Миша, че? Я бы Мишкиных подарков опасалась бы. Он мне однажды пьяные шахматы подарил. Я как коня срубила, так больше не помню ничего. А тебе он тогда твистер подарил. Нет, нормально играть, что? Чего нормального-то? Ты хотел руку на красное поставить и ключицу сломал. Это как раз после этих шахмат и было. Во-во. Дядь Миш? Здорово. Ну что, смертнички, пристегнулись? Давайте орем по полной, дядя Миша платит. Нина! Нина, иди к нам, в один день умрем. Давай! Андрюша! Ты мне платье помнешь, не садись, да нам ладно, еще ладно. Фотографироваться. Да ничего, Андрюхе все равно, что его ночью мять. И не рвать. Ну что, как говорится, женщина на корабле к несчастью, да? Андрея, я попрошу, оставь свой, пожалуйста, матросский юморок. А что такого? Аттракцион-то смертельный. Мы с Андрюхой хотели жизнь в него вдохнуть. Ух, ну что, все готовы? Подождите. Чё? Сейчас. Мам, ты-то чего боишься? Па. Максимум с дедом Колей там наверху увидишься. С дедушкой Колей наверху навряд ли. Его надо внизу искать. Так, ну что, а? Друзья, готовы все? Так, да. Ремешки, все на... Ага, ага. Так, беременных нет? А вот мне тоже интересно, Юлька, беременных нет? Сватья, вы что со сватом на мат-капитал не идете? Мам, ты да, нет, чё? Ты чё мелешь, малохольный? Да это не я ж, вот человек интересуется. А то, знаешь, как это, приземлимся и еще за одного человека доплачивать. Вы чё, бабушка, как? Нормально? Да нормально. Я с моим Коленькой на мотоблоке в Гагры ездила. Ну, тогда и слава богу. Все, запускай! Ух, чё-то я переживаю. Исключительно ради желания дочери я готова смиренно пронести этот крест. Андрюша, а где фотограф? Фотограф, он там сидит, он там далеко, но ты не бойся, он нас фотографирует нормально. У него просто такой огромный объектив, снимет нормально, снимет. Лишь бы он штаны не снял, это у него объектив там. Огромный. Ладно. Ну чё, лодка любви отправляется в плавание. Бабоньки, держите платье.
Давайте поразнообразим осень жизни. Что там медленно, весла дайте. Господа, я надеюсь, наверху никто не будет ругаться. Дай мне свою руку, если боишься, дорогая. Меня мама с 4-го этажа роддома уронила в детстве. Хотя, если кто-то выругается, я его пойму. Нина, какого хрена ты там ржешь? Я когда на плечах десятиклассника сидела, молния прямо в колокольчик добанула. Эй, там внизу у меня возврат товара, мне не нравится. Это просто какая-то жесть! Я в медицинском на лекции уснула, меня в морг отнесли. Дай руку свою, пожалуйста. Не в декольте! Лодочник, останови! Нина, убей его! Писать хочу! Не свергнись, плоть моя, в чертоге влажи! Коленька, на конфеты! На качелях мы взмывали, но пока еще не знали, что любовь свою искали. На качелях, на качелях. Ну это мне, я просто, но зато мы познакомились получше, да? Спасибо, конечно, но мне срочно нужно припудрить харю. В смысле носик. А где бабушка? Мама? Здесь я, здесь. Мать, ты как там оказалась? Да я как Гагарин. После первого витка катапультировалась. Граната боевая. Да что ты такой? Что у тебя там еще? Да кольцо от гранаты на пальце застряло. В новую школу первым запускают учителя кота. Где препод-то? Может, он реально голову дома забыл? Давайте, садитесь. За глобусом придет вместо головы такой. Здравствуйте, я все забыл. Так, здравствуйте. Вы кто? Мы дети. А я кто? Вы учитель. Что вам от меня надо? Ну, мы как бы учиться. Ага. Журнал никто не видел? Нет. Так, пойдем по другому пути. На А все здесь? Да. Все. На Б? Да. Все. Так, какие еще буквы есть? У. О, точно. На У. В доске пойдет на У. Че ты сидишь-то, Уланов? Иди теперь. Выходи, Уланов. Дмитрий Владимирович, я вынужден констатировать, с превеликим сожалением, я не учил. Садись, два. Завтра мне напомни, чтобы я тебе двойку в журнал поставил. Что, напомнить, что вы мне 3 поставили? Да. Что, тогда поставите эту 4 в журнал? Ну, я же обещал. Так а что, может, вы мне сейчас эту 5 в дневник поставите? А что, давай сюда. Забыл, как 5 ставится. Так это 2? Ты что по классу ходишь? Иди садись на место.
Открываем вот эти тонкие, как их, тонкие книжки. Тетрадки? О, молодец, давай 5 поставлю. Не-не-не, не надо, спасибо. Берем вот эти тонкие палочки. Ручки? Да. Я дневник дома забыла. Все. И, значит, вводим вот этими палочками по этим вот книжечкам. Пишем. Молодец, давай 5 поставлю. Да, блин, 2-я двойка за урок. Что за дела? Тупой препод! Вы что делаете-то? А, это же вы должны были делать. Дмитрий Владимирович, а можно мне 2 мальчиков послабже? Зачем? Физруку самоутвердиться. Берите вот этих. Ну, это же девочки. Ну, мальчики послабже, это девочки. Логично. Мальчики, пойдемте со мной. Капец, сейчас физрук самоутвердится-то. Так, кто староста класса? Петрова. Петрова. Надо крестик поставить, чтобы не забыть. Здесь все в крестиках. Поставлю вот сюда. Вот крестик, чтобы не забыть. А что не забыть, я забыл. Но у меня же есть крестик, вот он. Это крестик, чтобы не забыть. Значит, получается, я не забыл. Схема работает. Дмитрий Владимирович, а можно вас на минуточку? Конечно, конечно. Проходите. Проходите. Вот позанимайтесь пока моими детьми. Меня зовут на минуточку. Он уже 5 лет сам не свой. Так, начинаем урок. Ты что стоишь посреди класса? Иди занимай любое место. Дмитрий Владимирович, мы же пришли поздравить вас с днем рождения. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Замечательный юбилей! 35 лет! Замечательная дата! А вот здесь вы меня не обманете. Мне 65 лет, это я точно помню. Мне 65 лет на пенсию надо выходить. Я последние 5 лет только это и помню. Дмитрий Владимирович, а вы что, новости не смотрите? Всем по 30 лет убрали. Деноминация возраста. Вот это молодцы, вот это правильно. Вот молодцы. Всем рождения. 35! Всем рождения! Полицейские, разгоняющие гей-парады, надевают не только бронежилеты, но и бронештаны. Здравствуйте, товарищ участковый. Я пришел заявление написать. Я купил некачественный товар, а вернуть не могу. Мясников, ты меня уже задолбал. Я, по-твоему, на кого похож? На Пенкина. Я, по-твоему, похож на женщину из Комитета по защите прав потребителей? Вот иди туда со своими просьбами дурацкими. Иди, у меня тут серьезная, между прочим, организация. Ты еще на Баскова чуть-чуть похожи. Ну, до того, как он лицо ботоксом обколол. Так хватит мне тут свои сексуальные фантазии рассказывать. Иди давай. А когда злитесь на Моисеева? Давай, что у тебя там? Только я тебя предупреждаю, если это опять женский купальник, который тебе не налез, я тебе с этим помочь не смогу. Насмешили. Нет, с купальником все нормально, он на мне. Он у меня после стирки сел, так смешно врезается, хотите покажу? Не надо, у меня и так седых волос много уже. Давай, показывай, что там у тебя. Сейчас, вот. Товарищ Мясников, боевое оружие на людей направлять нельзя. Да какое боевое? Он не работает, это фуфло. Он один раз только стрельнул, и все. И то, когда я орехи им колол. Куда стрельнул? Куда? В сторону комнаты бабушки.
И что с бабушкой? Все в порядке с бабушкой. Третий день из комнаты не выходит. Телевизор, наверное, смотрит. Сейчас мы твой ствол пробьем по базе. О, Мясников, у меня для тебя плохие новости. На твоем стволе 18 висяков. Так это хорошие новости, значит, он рабочий. Ты что, с рук его взял? Да. А зачем тебе пистолет, Мясников? Как зачем? Чтоб гранату не отобрали. Какую гранату? Сейчас покажу. Вот эту вот. Вот. Настоящая граната боевая. Что ты такой? Чего у тебя там еще? Да кольцо от гранаты на пальце застряло. Ложись! А? Ложись, говорю! Вы что, я с вами не лягу. Меня пацаны во дворе зачморят. Ложись, взорвется! Да она, по-моему, тоже нерабочая. Что ты делаешь? Граната, работай. Ты что творишь? Она, по-моему, тоже фуфло. Она не работает. Да, Мясников, хватит! Я вам говорю, что хватит, мне... У меня нет запасных штанов, что ты делаешь? Хватит, тебе говорю! Я вам говорю, продали тоже некачественный товар. Надо еще одну бумажку, я буду возврат делать. Господи, я чуть сердце не выпрыгнул. Ха. Ты что творишь-то? Я надеюсь, меня так с этим, с БТРом не кинут. Что с... С каким БТРом? Ну я же у них еще БТР заказал. Какой БТР? Обычный БТР, настоящий. Таксовать буду. Там же 20 мест льготников можно на броню. Ну, он же водоплавающий, этот БТР. Я прямо через Яузу в центр по 3 ходки в день. Я так быстро вертолет отобью. Какой вертолет? Ми-24. Нафига тебе вертолет-то? Ну, вообще я квадрокоптер хотел. Но он долго не летает. Там заряда ненадолго хватает. А у этого сказали 600 зарядов. А ты где деньги-то берешь на эти все игрушки? Это, я что-то не понимаю. Ты же работаешь этим бухгалтером в Доме пионеров. Да. У тебя же зарплата 25 рублей еще старыми советскими купюрами. Ты где деньги-то берешь? Кредит взял. Кредит он взял. Кто тебе дал кредит? Ты что им сказал-то? Я сказал, что на автоматы. Они, наверное, подумали, что на игровые, я быстро отобьюсь. Ну и? Ну, когда они за кредитом пришли, я быстро от них отбился. Убил кого-то? Холодно. Ранил? Горячо. Тяжело ранил? Слегка убил. Все-таки убил. Да они сами загнулись по дороге. Куда? В больницу? Холодно. На кладбище? В морг. Я сейчас спросил, в больницу сказал холодно. Так в морге же холодно. Так, ты знаешь, вот ты сейчас мне наговорил, знаешь? Ты знаешь, вот ты мне тут наговорил? На какую статью? На какую статью? На какой срок наговорил, ты знаешь? Знаю, на третий. На какой еще третий? На третий срок председателя правления клуба, рожденный в СССР. У вас еще и банда-то. А ну-ка давай мне фамилии быстро сюда. Фамилии давай. Давайте. Давай. Назаренок Сергей Сергеевич. Назаренок. Да. Сергей Сергеевич. Это который Назаренок? Генерал-лейтенант милиции, начальник ОБПР и АЗ. Так это что, наш Назаренок, что ли? Почему ваш-то? Наш, клубный. Еще Васильев Сергей Александрович, генерал-майор милиции, начальник ППСМ, ГУВД. Так это, у тебя что там? Я же не знал, что это... У тебя такие уважаемые там люди в вашем клубе. Еще то... не все, еще Никифоров. Никифоров еще. Ты что, со стенда читаешь? Нет, генерал-майор, генерал-майор начальник. Я сейчас легкое прострелю, ты меня чуть... Он не работает. Ты меня чуть вообще... Заработал, дайте мне. Чадина. Почините мне гранату еще. Я чеку ставил. Отставил, сказал, что ты делаешь. Разносили баланду нам в картонных коробках, из фольги мы скидали
В ней с лапшою треска, а где-то там в бизнес-классе ел с нормальной тарелки депутат ЗАГС собрания или просто ЗК. Чтобы весь год с мужиками ездить на рыбалку, нужно хотя бы один раз в год съездить с женою в Турцию. Слушайте, сколько там градусов сегодня, посмотрите. 40. Капец. А на градуснике сколько градусов, посмотрите. Тоже 40. Капец. Пить 40-градусную водку в 40-градусную жару, это вообще не пьянка, это тавтология какая-то. Официант, принеси, пожалуйста, лед. Лед. А, зе, лед. Вообще по-английски не понимают ничего. А, этот, айс. Айс! Да и виски неси, чтобы лед просто так не таскать. Слушай, еще неделю на этой каторге нам, а? Ну домой-то как хочется. Сокол, спой что-нибудь, а? Объявляй. Короче, посвящается нормальным мужикам, которые хотели за грибами на рыбалку, там, пасынки отрывать от помидор в собственной теплице, которую своими руками сделали. А вынуждены корячиться на этой all-inclusive каторге. По скидке, по горящей путевке летит потный чартер в Аркута Шарм-эль-Шейк. Отдел кадров паялся, заслуженный отпуск. И летим мотать отдых, но срок разный у всех. Разносили баланду нам в картонных коробках, из фольги мы скидали, в ней с лапшою треска, а где-то там в бизнес-классе ел с нормальной тарелки депутат ЗАГС собрания или просто ЗК. Подрулили на кичу к терминалу 17, к самолету подали коридор без окон и погнали всех дружно без вещей по этапу. И построили к будке с паспортами на шмон. Моей камеры номер 3817. Я зашел и три буквы чуть не вырвались вслух. На кровати встречает, не совру, гадом буду, лебедь из полотенца, хорошо не петух. Вдруг сирены завыли, конвоиры на вышках из воды всех выводят по сигналу свистка. Все решили акула, но то плавал без плавок депутат ЗАГС собрания или просто ЗК. Сейчас. А с утра в интернете где кто-то постит маляву, что что я тетю за титю обнимаю слегка. И далеко-далеко где-то там в Подмосковье фотографию мужа разорвала рука. Фраерок иностранный, my friend, на обеде случайно корешам не оставил водка, пискаря не глотка. И тогда ему сланец в центр тела засунул.
депутат заксобрания или просто ЗК. По факту хулиганских деяний кто-то вызвал охрану. Утром ставят окошки и почистят бассейны, а на детской площадке лежит сланец ничей. Я на этом вот месте отмотаю пятнашку или по Лоховскому восемь дней, семь ночей. И на этом вот месте отмотаем пятнашку или по Лоховскому восемь дней, семь ночей. Группа из Воркуты выезд на экскурсию на пирамиду через 5 минут. Да идем, идем! В Махачкале мужчин-чемпионов по бальным танцам награждают посмертно. Спасибо. Пара номер 22, спасибо. Пара номер 8, спасибо. Пожалуйста. Я говорю, пара номер 8, спасибо. Вообще, пожалуйста. Кто-нибудь понимает? Они вообще понимают нас? Нет вообще? Они откуда вообще? Пара номер 8, вы откуда? Богданович. Богданович, на что, международный конкурс у нас? Богданович, это что, Хорватия или что это? Не знаю. Давайте я попробую. Пара номер 8. А? Председатель жюри имел в виду, что вы вообще свободные. Да, мы вообще раскованы, это есть, да. Коньячку еще бахнули, прям нормально сделали вот это все, да. Слушайте, давайте продолжать, пока эти штаны пополам меня не разрезали. Дорогие друзья, мы хотели сказать, что вы выбываете из соревнований. А что не так? Понятно, все, пошли. Погоди, что понятно? Пусть обоснуют, я не знаю, чем мы хуже вот этих черно-зелено-сине-фиолетовых дрищей. Девочки, без обид. Валера, а? Я тебе говорила из интернета видео повторить, не выиграть чемпионат. Погоди, ну так, сейчас разберемся тут. Кому тут спасибо, а кому к стоматологу? Валера, давай не надо, у тебя и так условка. Да я за искусство и сяду. Надина Петровна, может, вы объясните ему? Почему я? Объясните вы. Почему я? Потому что я мужчина, да? Нет, вы председатель жюри. Вот и скажите ему по существу. Боюсь, что это существо меня не поймет просто. Ну тогда скажите, что объясните ему все после турнира. Да вы с ума сошли? Я не хочу встречаться с ним после турнира. Тут, по крайней мере, свидетелей много. Может, вы ему скажете? Я думаю, женщину он бить не будет. Он нет. Ну, давайте я попробую.
Уважаемые друзья, по правилам наших соревнований, жюри, то есть мы определяем тех, кто не проходит дальше. Ну, что, мы-то тут при чем, определяйте? Валера, ты вообще не одупляешь? Чего? Мы сейчас типа проиграли. Что-то я не понял, как мы тут дрыгались, как все в одной куче. Нас никто не обогнал, никто нам гол не забил. Что, когда мы проиграли? Алло. Коллеги, ну давайте быстрее. Через 30 минут здесь начнется ярмарка пальто. А мы еще до второго тура не добрались. А, слушай, наплевать на них вообще. Пускай танцуют, в конце концов. Выгоним после второго тура. Так, а второй тур. Пасодобль. Хо-хо-хо. Натаха, ты готова? Ага. Feel the flow. Кипоса пасодобль. Are you ready? Кто-нибудь выжгите мне глаза, чтобы я это не видел. Я не могу. Я сама ослепла. Ну давайте, выгоняйте их. Что думаете, мне слабо? Нас покидает пара номер... Валера! Ага. На видео другая рука наверху была, ты чё? Ну так, я же не могу эту поднять руку, другую-то. Я же выбил, когда с этим вахтовиком в поезде дрался, помнишь? Покидает пара номер... Кстати, спасибо тебе, что ты подскочила вовремя, вилку ему в бок воткнула. Ловняк. Но-но. Нас покидает пара номер 17. Вы что, с ума сошли? Пара номер 17 — это чемпионы прошлого года. Ну да, а я что, сказал 17? Да, сказали 17. А должны были сказать 8. Как? Восемь? Ну это же так просто. Вот у вас хорошо получается, вы скажите, да. Я? 17! Да, нас покидает пара номер 17 просто. Погодите, а у этих что не так? Что, издеваются над нами, что ли? Вызовите охрану. Откуда у нас охрана? Вы же сами сказали, у нас танцы. Кого нам бояться? Давайте лучше на эти деньги повесим плакат «Добро пожаловать». Вот добро и пожаловало. Прямиком из Богдановича. Ну алло, чё вы там шепчетесь? Кто-то обоснует. Вам надо обосновать, да? Да нет, у нас-то все в порядке. Чего у этих не так? А, ну этим-то обосну сейчас, 5 секунд. Так, пара номер 17. По партнеру основные проблемы. Линия спины никакая, амплитуда слабая и абсолютно не соответствует структуре танца. Натаха, ты поняла сейчас, чья это машина на инвалидном месте? Угу. У парня-то амплитуда слабая. На себе не показывай. Слушайте, а эта баба-то у него здоровая, а то вообще нечестно получается как-то. Так, все. Мне это надоело. Я вас не боюсь. И скажу вам, что вы два центнера бездарности. Приперлись к нам в танцы и топчете здесь своими ножищами мимо музыки. Спасибо, пара номер 8. Убирайтесь вон. Что? Да! Что вы тут делаете, женщина? У нас еще 30 минут до выставки пальто. Это вы убирайтесь вон. Павел Петрович, да как вам не стыдно? Я, между прочим, заслуженная артистка Чечни. Это вы сами виноваты. Трус. Грымза. Вблизи вы еще меньше танцор. А вы вблизи еще меньше женщина, я вам скажу. Значит так, пара 17 все равно, значит, уходит, а пара номер 22 дисквалифицирована за толчок. Валера, я тебе говорил, это не я толчок сломала. Натаха, ну извини, но смотри, они с виду такие приличные. А? Не подумаешь, что они сортиры громят.
Кстати, ну это беспредел, конечно, надо. И поэтому у нас техническую победу одерживает пара номер 8. Спасибо. Спасибо, все аплодируем. Спасибо. Опа! Неожиданно! Спасибо, это вам. Спасибо. Не-не-не-не. Все, ну ладно, все. Давайте, пока у нас через 40 минут поезд. Ты прикольная, кстати. Это, 17-й, лечи амплитуда, это не шутка. С толчком перебор, ребятушки, конечно. Натаха, давай быстрее колбасу еще на. Ушли. Павел Петрович. Молодец, конечно. Я даже поверила. Вы тоже молодец такая. Прямо артистка. Павел Петрович, а где вы кубок-то взяли? Да там по столом валялся, знаете, с выставки собак остался. Ясно. Итак, дорогие друзья, простите нас за этот фарс. Продолжаем соревнования. Так, все участники соревнований на паркет, на паркет, на паркет. Первый тур. Самба. Пара номер 2, спасибо. А чё не так-то? Что ж, дорогие друзья, подытожим. Лето за бортом, держим курс на осень. Отдать швартовый! Бесстыжий озорник сентябрь среди дороги сделал лужу. Октябрь тоже хулиган. Развел осину на стриптиз. Ноябрь, свистнув меж домов, ветрами улицы утюжи. Ко мне все трое подошли, сказали: лето или жизнь? Лето, прощай! Тайвань, прощай! Байкал, прощай! Алтай, прощай! Бали, прощай! И как не жаль мне этих дней, когда на пляжах обгорал я, когда ломился шведский стол и виски реками лились. И в спа-салоне мелких рыб кормил своими я ногами. Но сколько лета не жалей, я все же выбираю жизнь. Урал, привет! Завод, привет! Иван, привет! Сосед, привет! Лето, прощай! Жара, прощай! Вас не заводу! Курганом буду! Тепло, прощай! Загар, прощай! Костер, прощай! Пикник, прощай! Лето, прощай! Но обещаем, мы к вам прибудем! В концерте принимали участие музыкальная группа «Ливербэк». Огромное количество прекрасных и сильных людей, которые сейчас поднимают этот шар в небо. Вот эта задорная, веселая компашка в корзине воздушного шара. А все вместе мы в шоу «Уральский пельмень». Лето, прощай, но обещаем, мы к вам.